стала известна последняя участница шоу «Танцы со звездами». К участникам четвертого сезона грандиозного проекта «Танцы со звездами» присоединилась прекрасная телеведущая Ольга Фреймут. О своем участии в танцевальном шоу Ольга отметила: «Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящий. И не важно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам. Участие в танцевальном шоу – это возможность по-другому представиться перед моими зрителями. Это своеобразное признание в любви им за все эти годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все», – прокомментировала телеведущая. Партнером Ольги Фреймут стал танцор и хореограф многих телевизионных проектов Илья Подзина. Пара уже приступила к активным тренировкам. «Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным. Мы занимаемся по 5 часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине», – рассказала телеведущая Ольга Фреймут. «Пожелаем каждому участнику проекта «Танцы со звездами» дойти до финала и одержать победу».